Уважаемые друзья, если вы хотите оставить свой след в истории, выпустить мемуары или историю своей семьи, познакомить мир со своими исследованиями, то наше издательство будет радо реализовать этот проект. Наши преимущества – это сильная медийная составляющая и индивидуальный подход к каждому автору. Подробности в описании. Мы имеем, что этот человек, с одной стороны, очерняет нашу страну и армию, с другой стороны, не показывает ничего позитивного у нас и показывает все позитивное там. Это кто? Это враг. Четко. И не надо ссылаться в этом случае, что человек болеющий за страну. Еще есть категория определенных таких деятелей, которые начинают выставлять требования, которые заведомо неисполнимы. Тоже враг. Вот. Или начинают откровенно врать. Например, про то, что у нас нет беспилотников. У нас есть беспилотники с избытком. Или начинает врать на тех вопросах, которых он, в принципе, не может быть, иметь информации. Ну, например, сколько у нас и каких средств РЭП у нас имеется? Сколько у нас реально есть танков? Сколько у нас реально есть ракет? Что мы можем сделать, что мы не можем сделать? Или когда люди откровенно несут откровенную чушь, когда выдает маленькое действие за очень большое, а большие действия принижают. Вспоминайте, как поднимали ЧВК «Вагнер» перед тем, как совершить госпереворот. Хотя он воевал на одном из участочков, вот этом Артёмовске. И как унижали всю остальную армию, которая действовала на других участках. Я не говорю быть спокойным. Нет. Сейчас нельзя быть спокойным. Сейчас надо быть очень внимательным. Слово «бдительность» уже несколько испоганено, но внимательным. И надо быть не спокойнее, нет. Надо быть думать и еще раз думать. Потому что бездумный дурак страшнее врага. Я кончил свою речь. Я, кстати, хотел спросить по поводу строя предателей. Я вот вспомнил Ливонскую войну, Иван Грозный. Ведь явно был не капитализм, а тем не менее предателей-то хватало. Побежали и в Польшу, и в Литву, и Курбские, и все остальные. Я к тому, что это не обязательно, мне кажется, от строя зависит. Предатели, они везде бывают. Ну, я могу сказать на эту тему только одно. В таком концентрированном количестве предателей, которые было... причем, извините, нет. Вот если брать Курбского и других, то они побежали по другой причине. Они просто боялись гнева. Потому что Курбский побежал, например, князь Курбский сбежал, потому что он... то ли проиграл какое-то крупное сражение, то ли на него донесли, что он собирается посягнуть на власть императора, вот, ну, в смысле царя Ивана Грозного. Вот, и он поэтому сбежал. Были такие предатели? Были. Но они перебежчики были. Понимаете, я же не говорю о власовцах, которых тоже было достаточно. Я говорю о тех, кто ради наживы предавал страну. А тогда таких не было. Просто потому, что тогда не было вот такого интернационального капитала. Его не было. Не было тогда возможности вот так вот свободно маневрировать средства. Поэтому этого не было тогда. Вы считаете переломным моментом то, что сейчас произошло в украинском кризисе? Ну, кстати, я могу сказать, что я ведь ничего нового не сказал. О том, что капитализм себя изжил вот в новых технологических условиях, это сказал не я. Я сказал, что да, капитализм в нынешних условиях генерирует предателей. Это так. Вот. Но он не только это генерирует, он не генерирует и развал. Это об этом, что капиталист себя изжил, это сказал наш президент. Это еще было в 22-м году сказано. В 21-м году было сказано. Вот ну, это. Тем не менее, был Клаус Шваб. Был советский строй, и там тоже в конце было огромное количество предателей. Я там, к тому, что генерирует это, Еще. Да, секундочку. Вот эти вот предатели, которые были в советском строе, это были предатели уже капиталисты. Они видели себя в виде приватизаторов. Это не просто так. Это были, да, вот эти будущие капиталисты, которые сейчас потом и действуют сейчас. Может, я жестко выразился, но тем не менее, может, не стоит. Но вот то, что я из истории знаю про вот эти, это так. И все это только за счет наживы. Больше того я хочу сказать. Зачем далеко ходить? Почему Соединенные Штаты деиндустриализованы? Почему у них такое тяжелое экономическое положение сейчас? Причина очень простая. Потому что американские капиталисты свои ресурсы ради сверхприбыли вывезли в Китай. Всю промышленность, значительную часть вывезли. Там создали промышленность. И в итоге Китай вырастили Китай, врага США. Ведь не было каких-то политических решений со стороны руководства США
давайте взращивать Китай. Нет, это была глобализация. И туда все повезли. Вот и все. Почему здесь громили у нас, нам говорили, будем продавать нефть и все купим? Да по той простой причине, что в рамках этой глобализации места нашей промышленности не было. Поэтому нынешние наши местные хозяева жизни, нынешние местные хозяева, они целенаправленно уничтожали. Ну и потом то, что приводил я примеры про то, как вытворяли американские, как стратегия выдерживалась бомбардировок Германии 42 по 45 год, это тоже говорит об этом. Потому что заводы, которые были в собственности, где были собственности западного капитала, их не трогали. Итак, давайте вернемся. Я правильно понял, переломный момент сейчас на украинском кризисе. Зеленый свет включили, фактически дали добро Украине применять оружие на территории исконно российской, которая даже не оспаривается на Западе. Немцы сказали, что они не против, что леопарды ездят по Курской области. На ваш взгляд, к чему сейчас это приведет? Эскалация произойдет или нет? Однозначно речь идет об эскалации. Значит, однозначно речь идет о том, что Запад ищет повод для того, чтобы напрямую войсками НАТО войти на территорию Украины. Надо иметь в виду, что войска натовские, группировка этих войск для вторжения на Украину уже создана. Ее численность оценивается примерно в 300 тысяч человек. Это примерно столько же, сколько имеет сейчас ВСУ на фронте с нами. Это группировка в 450-500 самолетов, которая реально может оспорить наше господство в воздухе нынешнее. Вот. Поэтому они ищут повод. Но проблема такая же, как и в Штатах. Напрямую вводить войска? То, что вы смотрите, это ознакомительный фрагмент. Полную версию смотрите на нашем премиум-канале по ссылке в описании. Новым пользователям 7 дней бесплатно.